целом у меня руки, ну, мышечные группы довольно маленькие, поэтому особо салты и не потопишь. Поэтому все это, естественно, запихаем в круг и добавлю пару базовых движений. То есть у меня будет еще мертвая тяга и будет армейский жим. А там по ходу дела, может, еще что-нибудь добавлю. И, кстати, заметили все, да? Я бороду сбрил. Отдыхаем, пока выполняется суперсет. После этого собираемся и валим отсюда домой. Жрать!